Всем привет! Я так рад. Давно посылочек у нас не было. Ну давайте, что произошло со мной за 3-4 месяца, может быть, кому-то интересно. Все хорошо, все отлично. Потихонечку моя жизнь налаживается, слава богу. Ну и давайте начинаем посылочки. Не знаю, что честно здесь, но догадываюсь. Да, да, сейчас, ребятки, вы будете смеяться. Ребятки, девчатки. Да. Вот это угар, да? Вот это ржач. Да, я ради так приколы их заказал. Это, короче, стринголя. Сейчас вам подарю их. Посмеемся. Но я их-то точно не буду носить. Вот тут хоботок у нас, значит, да? Такой вот. Заказывал я на распродаже их. Так, ради прикола заказал. Ради подарка кому-нибудь. Вот. За $1.50, что ли, на распродаже вот была, которая на Алиэкспресс. Вот такие вот труханы. Ну, в принципе, что, кому надо заказывать ради прикола, может быть, девушку удивите. Да. На маскарад какой-нибудь придете, будете там трясти. Вот, такие вот, ну, в принципе, качество, да, такое неплохое. Могли бы и подороже их продавать. Ну, без скидки-то они стоят 300, что ли, рублей. Ну, такие неплохие, в общем. Линять, думаю, не будут. Вот, такой вот салоник. Скидочку дам, как всегда. Давайте я все одним видео сделаю, да и все. Чтобы 3 видео не делать. Так, 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 так. Так, что у нас здесь? Так, здесь у нас сережки. Вот тут нас поздравляют с Новым годом. Dear friends, what fuck. Короче, это нам не важно. Вот такие вот женские сережечки. Клипсы, наверное. Или нет? Нет, это не клипсы. Так, вы, надеюсь, не заметите, но у меня маленький такой недочет произошел. Память закончилась. Так, труханы мы уже обзор сделали. Вот такие вот труханы, если вы не забыли. Заказывайте, посмеетесь вместе с друзьями. Ну, или с девушкой. Вот такие вот, значит, сережечки у нас женские. В принципе, прикольненькие. Тоже на распродаже я покупал их. Ссылочки дам, как всегда. Стоят что-то они всего лишь 200 рублей, что ли, или... Ну, где-то так, со скидкой. Без скидки, они чуть подороже. Ну, действительно, прикольненькие такие вот. Мне нравится, когда вот на девчонках вот такие вот сережечки. Вот такие вот суперские, в принципе. Вот, порадуйте тоже девчонку, хоть это бижутерия, но она прикольненько выглядит. Вот, и закажите, и подарите. И думаю, думаю, будет очень ей приятно. И вторая сережка аналогичная. Только, знаете, чего не могу понять. А, вот, все, понял. Вот. Вот, видите? Вот это вот. Я думаю, где закрышечка у них, или как это называется, я не знаю. Вот такие вот у нас болтики еще идут. В принципе, классненькие. Вот такие вот, вот так вот они закрепляются. Вот все. Все, продавцу спасибо. Вот такие вот у нас сережечки. В принципе, классненькие. Так, их отодвигаем. И давайте третью посылку. Что же там у нас может быть? Честно говоря, не знаю. Мы опять много поназаказывали тоже, друзья, через меня. Но почему-то все мне идет пока. Так. Вот, тут у нас есть кольцо. Ну, так вот он прямо продавец упаковал так сильно в мягкушку. Колечко тоже с распродажи. Женское. Тоже что-то дешево стоит. Вот такое. Ну, слушайте, прикольное такое. Только маленькое. Не, ну на мизинец. Маленькое купил, наверное. Ну, такое классненькое, в принципе. Вообще шикарная. Тут типа как будто бы бриллиантик такой.
Прикольненький. Слушайте, вообще шикарно. Так что заказывайте. Ссылочки как на все дам. Подписываемся на канал.